Здравствуйте, уважаемые студенты! Рада приветствовать вас на моей дисциплине под названием «Финансы». И сегодня у нас с вами социально значимая тема, которая называется «Финансы и инфляция». И рассказывать про нее буду я вам, ваш лектор Айтымбетова Айнура Нурлановна. Работать мы будем по этой лекции согласно следующему плану. У нас сегодня три вопроса. Значит, первый вопрос – это инфляция, ее виды и факторы действия. Второй вопрос у нас – взаимосвязь и взаимодействие инфляции и финансов. И третий вопрос – это антиинфляционная политика государства. То есть какие меры и какие методы можно использовать в борьбе с инфляцией в экономике страны. Итак. Что такое инфляция? Инфляция – это обесценение денег, которое проявляется в общем и неравномерном росте цен на товары и услуги. И при инфляции происходит нарушение законов денежного обращения, которое вызывается диспропорциями процесса общественного производства и эмиссией избыточного количества денег. Эмиссия денег – это выпуск денег в обращение. Какие факторы вызывают обесценение денег, точнее инфляцию? В этом плане в экономике привычно подразделять факторы, как инфляция спроса и инфляция предложения. Что вызывает инфляцию спроса? Ну, в первую очередь это кредитная экспансия банков. Когда экономика страны слишком закредитована или население страны слишком закредитовано, это может вызвать инфляцию спроса. Избыточная эмиссия денег. Избыточная эмиссия денег, избыточный выпуск денег в обращение вызывает инфляцию спроса. Дефицит товаров. Я думаю, что на данный момент дефицит товаров в стране не наблюдается, но Республика Казахстан проходила разные исторические моменты развития в экономике. И я думаю, что некоторые из вас помнят, что дефицит товаров был в стране. Любой дефицит товаров может вызывать инфляцию спроса. И один из таких подфакторов – это несбалансированные инвестиции. Инвестиции, по сути, всегда хорошо. Они – это дополнительные финансовые ресурсы, которые вливаются в отрасль, развивают ее, но если вы не сбалансированно инвестируете в экономику, инвестируя только, допустим, одну отрасль, к примеру, сырьевое производство, то это в конечном итоге вызовет несбалансированность в экономике, а это ведет, в свою очередь, к инфляции спроса. Какие подфакторы есть у инфляции предложения? Первое – это снижение уровня производства. Уровня своего производства, своей продукции, своих товаров в стране. Следующее – это рост издержек производства. Издержки производства – это затраты, которые осуществляются во время производства того или иного товара или оказания той или иной услуги. Какие издержки могут быть повышены? Ну, к примеру, это может, например, повыситься арендная плата, коммунальные услуги, закупка оборудования, амортизационное отчисление, заработная плата работников. Эти повышенные затраты могут вызывать инфляцию предложения. Увеличение налогового бремени. Если вы помните, когда мы проходили тему про налоги в Республике Казахстан или про налоговую систему, я отмечала тот момент, что очень важно выстроить оптимальную налоговую систему в стране, чтобы не было повышенное налоговое бремя и оно не накладывалось на плечи населения. Потому что высокое налоговое бремя вызывает инфляцию предложения. И еще один такой подфактор – это монополистическое ценообразование. Существуют естественные монополии, допустим, и такие монополии, которые вызваны в экономике. Монополии – это когда только один представитель этой отрасли предоставляет ту или иную услугу или тот или иной товар, и, соответственно, он командует, только он является на рынке командиром, он может устанавливать высокие цены. Я могу привести пример нашу авиасферу. Допустим, долгое время существовал там, допустим, один только авиаперевозчик, и поэтому авиабилеты стоили очень дорого. Сейчас уже наша авиасфера конкурентна, появились различные
компании, которые предоставляют авиауслуги, и вот уже более-менее билеты приемлемы для населения. Поэтому слишком монополистическое ценообразование нехорошо для экономики, вызывая при этом инфляцию предложений. Природа инфляции заключается в способности денег осуществлять относительно обособленное движение от выражаемых ими товарных масс. Это свойство денег, которое является основой их функционирования и позволяет им эффективно выполнять свое назначение, обслуживая товарный, платежный оборот, служить средством накопления и сбережения стоимости. Это хорошие функции денег при такой невысокой инфляции, мы еще с вами рассмотрим виды инфляции, которые способствуют дальнейшему развитию экономики при правильном распределении денег в обороте. Но это качество денег проявляется в случае соответствия их количества и противостоящих им натурально-вещественных компонентов стоимости в соответствии с установленной мерой, которая назначается государством. По сути, количество денег в стране должно соответствовать количеству товаров, которые производятся этой страной. И в общем виде такая зависимость выражается через уравнение обмена. P умножить на Q, и это все равно M умножить на V. Где левая часть представляет собой стоимость общественного продукта, P – цена, price, Q – количество, quantity. А правая – это количество денег с учетом скорости их обращения, M – денежная масса, mass, и V – это скорость обращения, speed, но здесь вот, скорее всего, синоним на английском языке. Финансы и инфляция очень взаимозависимы между собой и взаимосвязаны. Как финансы могут быть ускорителем инфляционных процессов, так и инфляция оказывает влияние на финансовые отношения. И обесценение денег и повышение цен приводит к увеличению расходов бюджета, снижению реальных доходов государства, необходимости усиления налогового бремени, росту государственного долга, который вызывается дефицитом государственного бюджета. И высокие темпы инфляции обесценивают финансовые ресурсы государства, поскольку налоговые доходы и займы поступают через определенные интервалы времени, поэтому обесцениваются. Какая бывает инфляция? Низкая, до 6% в год. Такая инфляция комфортна и для потребителей, и для предпринимателей, и при этом позволяет экономике развиваться, и именно на таком уровне инфляцию стараются поддерживать в большинстве стран. Видите, уважаемые студенты, что отсутствие инфляции совсем, это тоже не очень хорошо для экономики, но низкая инфляция, когда слегка растут так цены, это наоборот привлекает инвесторов, это показывает, что страна развивает свою экономику, что есть какие-то стратегические цели, и вот к такой вот низкой инфляции стремятся вот поддерживать большинство стран. Есть умеренная инфляция, она от 6 до 10% в год. Она все-таки опасна тем, что может выйти из-под контроля и перейти в высокую инфляцию. Что такое высокая инфляция? Высокая, галопирующая, это от 10 до 100% в год. И она создает нестабильность на рынке, люди и компании не могут планировать свое будущее. Какое будущее вы можете планировать, если при высокой инфляции завтра цены могут возрасти на 100% выше? Гиперинфляция – это несколько такой критический момент, потому что цены растут на сотни и уже тысячи процентов. Все-таки это оказывается в особо тяжелых случаях, и люди отказываются от денег и переходят на бартер. Бартер – это непосредственный обмен товарами без участия денег. И обычно гиперинфляция возникает в период тяжелых кризисов, войн, каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Высокая инфляция.
Мы сейчас будем говорить про высокую инфляцию, давайте не будем говорить про гиперинфляцию прямо в кризисные моменты, все-таки давайте более позитивно смотреть на вещи. Но тем не менее, высокая инфляция – это всегда плохо и для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для населения страны. И люди принимают очевидные финансовые решения, они избавляются от денег, тратят их как можно скорее, вкладывают в ценные бумаги, недвижимость, покупают иностранную валюту, становится невыгодно делать сбережения, открывать вклады, клиенты банков снимают деньги со счетов, и обычно высокая инфляция еще и малопредсказуемая и разгоняется или движется скачками. Когда разваливался Советский Союз, в экономике Республики Казахстан можно было наблюдать вот эти моменты и вот эти случаи. Как бороться с инфляцией? Преодоление инфляции спроса достигается относительно рядовыми макроэкономическими методами, то есть типичными, которые используются посредством денежной и финансовой политики. И в этом плане у нас есть антиинфляционная политика, которая включает различные методы ограничения денежного предложения. Первое – это уменьшение объема денежной массы в обращении через сокращение налично-денежной эмиссии Национальным банком. То есть выпуском денег у нас занимается в стране Национальный банк, он должен сокращать выпуск денег. Второе – это увеличение учетных ставок за централизованные кредиты в целях удорожания кредитных ресурсов и снижения их доступности. То есть, как я уже говорила, закредитованность экономики, слишком много кредитов населению вызывает инфляцию. Но когда централизованный орган поднимает учетную ставку, то есть среднюю процентную ставку по кредитам, кредиты немножко становятся недоступными, потому что чересчур закредитованное население – это нехорошо. И увеличение, третье, резервных требований Центрального банка к коммерческим банкам для ограничения кредитной экспансии коммерческих банков. И еще одно – это прямое сокращение кредитов Центрального банка в тех же целях. Как видите, все взаимосвязано и касательно выпуска денег и кредитной экспансии в стране. Давайте подводить итоги. Антиинфляционная фискальная политика, здесь уже касательно налогов, она проводится путем увеличения налогов, сокращения государственных расходов, все-таки расходы должны сокращаться, и на основе этого снижение дефицитов государственного бюджета. И это осуществляется при антиинфляционной политике. Не всегда налоги, целесообразно поднимать. При инфляции все-таки предпочтительно простая и надежная налоговая система, сокращение государственных расходов, которое предполагает распространение этого процесса как на бюджетную, так и на все сферы материального производства в отношении государственных предприятий и организаций. Вот почему у нас и время от времени иногда проводится сокращение государственного аппарата. Я думаю, что на сегодняшней теме мы рассмотрели достаточно много про инфляцию. Жду вас на следующих лекциях и благодарю вас за внимание.